Ютуб, здравствуйте. У нас прохождение игры, демку, которую мы уже пробовали. Сейчас будем создавать свой пингвиний город. Кто пингвин плюс чат? Ой, блин. Вот смотрите, я опять почему-то запускаю игру, и у меня опять лагает. Да почему же? Почему же дождик копает по лужам? Я иду по этим лужам. Может, я кому-то нужен? Так, захват игры. Почему лагает? Не должно лагать. Так. Так, новая игра. Блин, ну мы обучение проходили. Нужно ли проходить обучение снова? Вопрос. Пук-пук-пук. Пук-пук-пук. Я вот думаю. Не? Ну давай. Профиль. Сейчас я печенюшки возьму. Пук-пук-пук, ты зачем стучишь? Куда я стучу? Пингвин похож, как и смешариков. Фичка, пингвин. О, вот это давайте. Так, как назовем наше поселение? А, так, мне в дверь стучали по-польски, понял. Киндер Пингви. Чаю хочу. Вот они мы тут. Добро пожаловать. Это отличное место для основания нового поселения. Сначала вам нужно обзавестись основными зданиями, наверное. Их можно размещать в любом порядке. Так. Хижиностроители, маленькая хранитель. Так, обселище, сокровище, склад. Давайте хижиностроителей сначала, да? Как там вот на R, да? Клад. Так, маленькое хранилище еды. Аптека будет где-то здесь. Сокровищница. Какая маленькая сокровищница. Так. Приостановлено. Теперь подождите. Насколько я помню, здесь была либо интеграция с Твичом, нет, значит, я вручную, да, прописывала каждого пингвина? Да. Давайте я сейчас сделаю выкупить имя. Если захотите, можете стать нашими пингвинчиками. Так, все сделала. Можете выкупать ваши имена. Так, первым у нас будет... Мазилыч, да?
Так, сейчас я музыку из игры отключу. Так. Это у нас Mozilla, да? Mozilla. Есть. Так, следующий кто у нас? Прапорец. Писюнец. Блин. Напану пожакие. Правильно. Так, дальше. А где? Тут вроде писалось, что это девочки или мальчики, нет? Понять не могу. О, Петр! Нормально. Так, ладно, следующий у нас Натаха. Натаха будет бывший Петр. Бывший Петр стал Натахой. Так, Лапорла. Есть. Францис. Это у нас псих будет. Псих. Все, так, это вот. Андреа. Андреа. А, ну все, больше никто не выкупал. Нормально. Сокровищница маленькая, ведь они не знают, какое сокровище великое Кики. Нормально, ты нормально. Так, дорогу. Поехали. Так, дорогу сделали. Теперь хижина строителей есть, жилье. Так, детский дом или домик? Давайте. Так, раз. Не хватает строителей. Ой, точно, я не назначила. Так, Натаха будет строить. Прапор будет строить. Псих будет строить. И все, больше никого. Вот так вот, окей. Так. Так, окей, дальше. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вышла Элька погулять. Так, Дазик выкупает для себя имя. Так, вот ты будешь Дазиком. Отлично. Зря ты сделала меня строителем. Я могу только хер пойми, кого и себя строить. Ну ничего, значит, будешь так строить. Так, нам нужен детский дом. Там, кстати, Мазилыч оказался маленьким пиздюком. Вот, будет. Будет маленьким пиздюком. Так. Мне нужно что-то из энергии, да? Вот, ветротурбина. Поехали, значит, первая ветротурбина будет вот здесь. Вторая. А вот это, получается, вот этот дом не цепляет, да? А, во, вот так цепляет. Нормалек, все супер. Так, сейчас я вебку чуть пониже сделаю. Они, кстати, вроде чуть-чуть интерфейс подправили, посимпатичнее вроде стало. Так, что у нас еще есть? Склад сокровищницы, это у нас все есть. Жилье мы вроде построили. Так, еда и лекарства. Маленькое хранилище еды, это вот это вроде. Да, оно есть. Вот, траловый комплекс для ловли креветок, рыбы и кальмаров. Вот так надо, да? Отлично. Так. Дороженька есть. Ветрогенератор. Есть. Так, что еще у нас есть? Аптека у нас есть.
Научный центр нужен. Давайте научный центр построим вот здесь. Отлично. Так, башня ледяного копья нужна вот прям здесь. Не дай бог, касатка, падла, нападет. Падла, касатка. Так, а энергия есть, сообщество еще ничего не выучили. Карусель, понятно, украшений тоже пока что еще нету. Все, строим, строим, строим. Так, новое задание. Построить траловый комплекс, ветродубину, турбину и произвести креветки. Хорошо, давай. Привет, ромозавр. Я присоединился, чтобы на пузике с горки кататься, а не строить. Работай. Работать, иди быстро. Вместимость 3. А сколько у нас всего? 15, да? А сколько маленький домик? Сколько детдом в себя вмещает детей? Вопрос. У меня просто 5 детей. Поместятся ли они в один детдом или нет? Да, отлично. Получается. Все, отлично. Тут уже живут. Все хорошо. Вот это построите, пожалуйста. Что за звук? Звук? Непонятно, что за звук. Ромозавр. 5 детей поместятся, они в один детдом. Ясно, хочет избавиться. Да я тебе отвечаю, посмотри, вот. А, вам не видно. Блин. Вот, детский дом. Маленький домик для пингвинов детей. Украшения и охладители вокруг домов дают дополнительное счастье. Это не я назвала детдомом, это игра. Так, у нас кто-то один без дома, да? У нас кто-то один без дома. Так, Дазик будет ловить наши креветки. И Лили будет какая-то тоже с ним ловить рыбки. А что вот это? Это сооружение не защищено. А, ну потому что еще не построили. Сейчас построят, и все будет ок. Так, вот Кайл будет тут изучать. А вот здесь будет кто-то еще тоже, да? Что-то я понять... У меня один ребенок бездомный. Господи Иисусе. Я думаю, что не так-то? Так, давайте дорогу вот так сделаем. Чем мы с Лилькой там наловим креветок, да. Креветки забейте на детдом, хочу креветок. Так, а где вообще что изучать? А, вон. Всего очков науки 10. А, давайте сначала завод снежных блоков сделаем, да? Оно сразу изучается, да? Понял. Имена выкупайте, выкупайте имена. Алло, прием. Я буду называть пингвинов в вашу честь. Так, очки науки, окей. Блин, у меня вопрос. Настолько красиво сделали бар сверху, такие вот все плиточки закругленные. Почему внизу сделали синие и с острыми углами? Почему не сделать вот такие же плиточки, чтобы оно симметрично и гармонично все смотрелось? Вот эта вот панель очень сильно выделяется. Хотя, может, это так и надо. Да за что ты меня лиськаешь, ты? Пися. Опа! Что за мышь?
Так. Мышь нападает. Мне же нужно построить, чтобы защита у меня была, да? Так, это не то. Господи. Я сейчас обоссусь. Хватит чихать. Извините. Просто уже нет мочи это терпеть. Так, сообщество, веселье, украшение, энергия водителя. Вот, башня ледяного копья. Ладичка, да. Спасибо, чат, спасибо. Ваше здоровье. А, это смайлик, реально? Я даже не сдала. Стример, секунд. Все в тебя. Меня сейчас падла сворует еду. Гадание про змей было. В вашем поселении не хватает школ. Ну, я попытаюсь, конечно. А, 19 надо, окей. Так. Так, сборщик океанского мусора. Я не поняла, почему сюда нельзя? Так, мы сейчас достроим сюда дороженьку. И надо. А так, где тут энергия? Вон. Во, вот так вот. Раньше такие были, понял. Так, ледяные копья делают, вот это сейчас построят. Мне работников не хватает, мне нужно будет сейчас вот горку новичков. Горка новичков. Где тут горка новичков? Во. Так, горка новичков не обязательно должна быть там, где... Не обязательно там, где электроэнергия, да? Так. О, Мазилыч пошел. Чего там? Собирать океанический мусор. Нормально. Так. Репутация растет. Зои-то пока непонятно. Образованность нету. Счастье вроде довольное. Так, новое задание. Горку новичков и креветки. Отлично, это все делается. Так, что мы можем
выучить еще. Так, давайте обычный охладитель, может, или... Не, давайте завод снежных блок... А, там 50 надо, блин, это многовато. Сколько у меня вообще? У меня 19 очков науки, да? Подождем пока. Ну и чё? Чё нету очка? Нет, не могу. Мочи! Мочи его! Молодец, красавчик. Какая работа? Я пришел отдыхать. Работай! Блин, надо было, короче, вот эту херню поставить здесь. Поставить им одну башню. Я совсем протупила. Так, ладно. Что я там хотела? Очки, охладитель берем. Тревенская ратуша, ваза. Наверное, возьму ратушу. А травосборщик тоже нужен. Так, 15 трав. Ой, 15 этого надо. Очков науки. Так, в июне у нас горка новичков даст нам новеньких, да? Только мы что-то играли в прошлый раз на льдине побольше. Когда столько много маленьких льдин, вообще неудобно. Хотя, с другой стороны, льдины, они что, они ж большие. Вот, аналогично. Так, мочи! Мне интересно, это человек озвучивал или... Нет. Тюленчика. Так, так, горка новичков есть, научный центр есть. Так, завод снежных блоков есть, мусор есть. Так, это все есть. Траловый комплекс. Не... Вот, травосборщик. Травосборщику как раз-таки нужны эти, да? А, оно должно быть у воды и с электроэнергией. Значит, вот здесь. Нормально. Я открываю профсоюз. Кто за, ставим плюсик. Ой, я тебя умоляю, этот чат вообще не заставишь ни за что проголосовать или написать хоть какой-то плюсик, даже если начнется бунт. Вот, поэтому... Слабо я верю в активность чата, особенно когда сам стример сегодня не активен. Так, группа тюленей была обнаружена вблизи вашего поселения. Они хотят украсть вашу еду из хранилищ. Вот крысы. Так, ну чуть-чуть украли. Чуть-чуть украли, сукины дети. Чуть-чуть, самая малость. Ой-ой-ой, началось, началось сразу вот это. Плюсики. Хуёсики. Как, никакого профсоюза. Работать нахрен. Я, кстати, кушать хочу. А ты говоришь, никто не вступит. Я не говорю, никто не вступит. Я говорю, никто не будет плюсовать в чат. Потому что они не активны. Так. Ой, что-то не то. Так, 35. О, ратуша. Отлично. А где она? Ратуша?
А, охладитель это он расширяет электроэнергию, понял, ну типа удлинитель. Так, вот деревенская ратуша. Здравствуйте, Тихий, здравствуйте. Новое задание. Обычный охладитель, так, построить и произвести травы. Ну, давай один, давай один. А куда мы тебя пихнем? Куда-нибудь сюда, может? Не, сюда нельзя. Сюда не дотянется. Блин, где было так? Блин, этот звук я не могу, он такой смешной. Так, давайте вот сюда поставим. Эля, а там Дангар в Дракона Догма Дарк Арисон играет. Во что нахрен? Первую часть Драгонс Догма или во что, не поняла? И Яквана? Да, потихонечку, потихонечку, помаленечку, ваш как. Так. Продуктовый киоск раздает еду, ваза украшает, новостная башня получает новости со всего Объединенного Королевства Пингвинов. Каждая прочитанная новость дает вам временные очки репутации. Не, репутация мне пока не нужна, мне нужна радость, счастье. Наверное, вот это. А у меня есть металл? Металл есть. Ну, давайте карусель тогда. Карусель построим рядом с ратушей. Нормально же будет? Должно быть нормально. Так, давайте сейчас мы сделаем вот так. Вот так. Блин, нет, подождите, подождите, подождите. Жесть, у меня я там столько ачивок выполнила, прям вообще принять. Пипец. Я уже заикаюсь. Так, электроэнергия, охладитель, давай вот так вот, должно хватить. Что там хотят? Сейчас, одну секунду. Кому ответить-то тут, где тут ответить? Рейдерю, что тут? Скажи мне, пожалуйста, как правильно пишется, как будет произведена оплата на английском? Что у меня вообще голова не думает. Сейчас, секунду. Нет, 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 никогда было оплачено, а как собираетесь платить? How it will be paid? А, да, how
It will be paid. Так. Я написала. Это мне нравятся эти рекламные агенты, как обычно, обсуждают сначала все остальное, а про оплату вообще, типа, ну, ни хрена. Какие забавные. When I get my money! Я не могу. Так, ладно, поехали. Че у нас тут? Что у меня вообще по заданию? А, у меня закончились задания, да? Нормально. Надо было вот сюда, походу, ставить. Ну ладно, тоже сойдет. Что они совсем непродуктивные какие-то у меня. Так, мне нужна школа. А где ж? А, вот школа. А сколько у меня очков хватает? Давайте. Так, школа, школа. Я скучаю. Где школа? Вот она, школа. Школяо! Блин, я не могу этот звук, конечно, это просто кекве. 415-я база, ответьте. Что такое? Чего? Подождите, сейчас. Я извиняюсь, это игра 12-го года. Это значит первая часть Dragon's Dogma. Так, поставьте все реакцию или на стрим. Да, чатик, не стесняемся. Так, это я все ответила. А по-моему, там было утверждение, что оплата произведена. Нет. Там я спрашиваю, как будут оплачивать. Я бы поставил, но я с телефона, а комп пока не работает. Это плохо. Это плохо. Имя ветерану надо, вот и зовет. А, ой, да, я что-то не увидела, извините. Так, где тут наша? Вот. Ви... Лав... Ветеран. Угу. Все, отлично. А, ты здоровенький у нас, отдохнувший. Ну, за мной не видно. Вот, давай покажу. Значит, ты здоровенький на 100%. А, полностью отдохнувший, не голодный, полностью духовный, веселый, шо, ёб твою мать. Общее счастье у тебя 213 из 1000, 20%. Ну, немножечко необразованный ты, да, и плохо продуктивный. Вот это, конечно, хреново, ветерашка, ну как так? Давайте посмотрим остальное. Так, Натаха. Натаха почему-то не здоровенькая, не знаю, почему так вышло, хрен её знает. Чё-то не отдыхает. Не отдыхает она. Голодненькая. Видимо, поэтому не отдыхает. Вообще бездуховная. И вообще не веселая. Зато, в принципе, общее счастье у нее ок. Она, кстати, образованнее ветерашки. И продуктивнее тоже. Нормально, нормально. 2 плюс 2 равно 5. Вообще-то нет. А ты чего? Я уже ставил, и я не настолько впечатлительный, чтобы так часто ставить. Так, ты, жопшник, блин. Hello, bad boy! Hello, good evening! We are fine, playing some games. What about you? Не кормите, работать заставляете. В смысле? Получают еду только те, кто работает. Если вы сами же не будете работать, еды не будет, понимаете? Кто у нас достает креветки? Дазик и Лилька достают. Они, правда, нихера не продуктивные, вам за мной не видно. Вот, нихера не продуктивные, поэтому еды ноль, как видите. А, это кальмаров нет, креветочки есть. Вот, сушеной рыбки нету, и вот обычная рыбка есть, и креветки есть. Кальмаров нету, кальмары это излишки, понимаете? Они только для продуктивных, только для продуктивных будут, понимаете? Вот, захотите работать, будете продуктивны, будут вам кальмарчики. М? I'm doing great. Playing some Taken 8 and eating pizza. Ooh, we are playing the last one Taken. I was too emotional when I played the story mode and the final battle. Oh my god, my hands was so tired. It hurts because I cannot finish normally when we play in it. Так, это мы все сделали. А в домах хватает же, да? 3-3-3-3-3-3-2. Угу, отлично.
Так, кто хочет еще... А, вот Юлька, Юлька. Так, Юлька, Юлька. Так, так, это Наташка. Следующий. Вот, вот это Юлька будет. Валкирий. Ой, какой-то мунштук вышел. Валкирий. Так, все. Юлечка, блин, Юлечка вообще ни хрена не здоровая. Юль, ну надо как-то здоровьем заняться. Юль, посмотри, что это такое вообще? 13%. Ты скоро умрешь, Юль! Ну, зато отдохнувшая, нормально. Голод нормально, только недавно покушала, наверное, походу. Невеселая, бездуховная, счастливая, образованная. Ну, продуктивность, конечно, не фонтан, не фонтан, да. Главное, чтобы не померла, Юль. Так. Ежегодная выплата на содержание. Король Объединенного Королевства Пингвинов перевел вам 51 золото в качестве ежегодной выплаты на содержание. При расчете количества золота он руководствовался вашей репутацией. Неплохо, неплохо. Так, а мы школу построили? Походу нет, да? Не, вот школа. Да, построена. Все, нормально. Дети будут образованные, нормально. Нормально, дети будут образованные. Я там умирать не собираюсь, но давай глянем тебя. Так, это Юлька, прапор. Нет, ты здоровый. Не теряет здоровье, находясь в радиусе действия активного охладителя или внутри здания. Вот такое у тебя свойство. Ты отдохнувший, правда, чуть-чуть голодный, бездуховный и невеселый. Но ты очень счастливый и тупой. Прапор, ну займись ты, пожалуйста, самообучением. Что это такое, блин? What do you have for dinner today? I have a spaghetti with a sausage. And I have two sauces and a cheese. I have a nut sauce. I have a ketchup. And cheese. So I can mix and make something delicious. Можно мне тоже ворваться? Конечно, конечно. Любой, кто хочет, давайте, врывайтесь, и мы вас сейчас назовем. Главное, чтобы было это свободные эти самые были. Ой, сейчас чихну, господи. Так, фёр. Ой. Фёрст. Да ёб твою мать. Опять чихать начала. До этого вроде не чихал, нормально было все. Давайте я вот сюда вебку поставлю. Чтоб, хотя, не, вы... Вот, вот здесь, наверное, вам нормально будет, да? Ой, жесть какая. Ой, ничего, поеду в Новгород, ширнусь этой штукой от аллергии. Это... Прям беда у меня какая-то. Аллергия на пингвинов, да. Я не настолько глупенькая выходит, ну да. Буду умным, не буду счастливым. Кстати, правда, да. Кстати, да. Все реакции нажмите или на стрим, кто с компов. Это да, да все равно не нажмут, так что такое. Was it the doctor's sausage? I think it was milk sausage. I don't remember. So what about you? Which time do you have now? It's not too early. Or it's morning. Вдруг кто-то нажмет. Ну, кстати, да. Кстати, да. Так, ладно. First. Как там твой никнейм пишется? First. Напиши Ферстик. Я не помню, как там твой никнейм. First year там что у тебя-то, да? First year. Ой, я не так написала, ё-моё. Не смотрите чат, не смотрите. Сколько по времени заморозка отходит? Какая заморозка? Какая заморозка? Пингвин направляется домой, чтобы отдохнуть. Нормально. Так, first year. А, студент, ёпта, студент. Все, студентушка ты наш. Первокурсник, ёпта!
Так, все нормально, все нормально, да. Так, а что у нас там новенькие прибыли, чи нет? Что-то я их и не вижу, где новенькие. Непонятно, ну ладно. Кстати, скоро касатка прибудет. Это плохо. Давайте тогда, знаете, что сделаем? Так, где тут защита у нас? Вот она. Давайте так. Вот так поставим. Блин. Вот так поставим, и они, по идее, должны будут все защищены быть. Касатку там все равно долго бить. Oh, you have a daytime, so it's not early or late. Так, новое задание. Разблокировать продуктовый киоск, построить. Так, ну давайте. Продуктовый киоск. Продуктовый киоск. Куда мы его поставим? Давайте сюда, может? Касатки, ну подойдь, суки, не дети! Быстрее откармливай пингвинов, а то касатка голодная останется. Ну да, ну да. Так, вот здесь кого-то назначим. Хотя у меня есть еще кто-то, кто... Да, один еще. Так, сейчас, секунду. Я в сезон в пейнтбольном клубе просто всем говорила, оставьте отзыв, пожалуйста, и оставляли очень многие отзывы и на сайте, и в соцсетях. Но это так, а на стриме это так не работает, потому что я вот сколько людям там говорила, там, подпишитесь, допустим, куда-то там, или поставьте лайк, или еще что-то, никто ничего не делал, я не знаю. То ли я не обладаю таким, как бы, навыком, то ли чего, не знаю, вообще не знаю. It just arrived. It's a beautiful day. I might plant some vegetables and flowers in my garden. Oh, nice. Your own garden, it's good. Так, касатка, ты касатка, не касатка. Что у тебя там за план, капкан, напасть, да? Гадость. Осуждаю тебя. Так, разблокировать каток. Каток вот. Есть. Он, наверное, где-то тут, да. Ой! Ага, не хватает. Вот гадость, а. Блин. Ну давай здесь сделаем каток. Дальше сделаем дороженьку. Вот так вот. А потом вот здесь делаем просто домики. Вокруг вот этих вот поставим, чтобы было счастье. Так, отлично. Только единственное, здесь еще нужно построить нам ветротурбину. Так вот. Хотя нет, наверное, надо где-то... Блин, где же ее-то поставить-то? Ну вот так, что ли? Хотя, по-хорошему, где-то вот здесь, наверное. Да, во, вот так вот. Касатка нападает! Падла! Ты где? Ты где орешь? Где касатка? Вы видите касатку? Вот эта касатка. Вот мразь, а! Нет! Блин, разрушила! Там же добывали креветочек! Креветочек добывали. Собака сутулая. А почему я не могу разместить? А, во.
Так, ну пока вроде не надо. У нас пока много детей. Это да. Так, что нам еще нужно? Центр переводов. А что за центр переводов? Вот это? В котором вы можете запрашивать дополнительных пингвинов для вашего поселения, а также отправлять своих пингвинов в другие поселения королевства. О, давай. Интересно, что это мы там можем делать. Так, а где оно? Так, вот сюда есть? О, есть. Дазика отправили. Нормально. А, нет, подожди, Дазик, отбой. Ты идешь добывать дальше креветок. Тебя оттуда убрали, потому что здание разрушилось, да? Касатка сейчас опять нападет. Вот мразь! Так, что мне нужно? Вот, центр переводов. А там надо кого-то? Вот, запросить 5 пингвинов. Давай, запросим. Хотя скоро там новенькие... Не, давайте пока не будем запрашивать. Мы запрашиваем, а у нас минусуется репутация. Хотя, с другой стороны, мне нужно в киоск, чтобы кто-то работал, да? Так, новое задание. Что там у нас? Сборщик мусора. Мусор, хорошо. Это все добывается, это все нормально. У нас там, кстати, склады еще пока нет, не переполнены. О! Сколько по времени... А, заморозка в плане зубная? До пару часов, наверное. Но там, да, тоже зависит от того, насколько хороший препарат тебе вкололи. Если очень хороший, то оно будет долго отходить. Фу. Так, сборщик океанического мусора атакует. Вот здесь... О! Вы успешно защитили свое здание от кита-убийцы и заработали 32 золота плюс 160 очков репутации на 10 месяцев. Шикарно, вообще хорош. Так, а почему тут никто не работает? Мазилыч, это что такое? Испугался касаточки, чешу? Да, киоск надо было не сюда пихать явно. А мы можем уничтожить, давайте, здание... И мы киоск перенесем вот сюда. Хотя здесь все равно нету, не затрагивает эти дома. Вот говно. Наташа опять нацелена на стримера. Ваза? Окей, ладно, давайте вазу изучим. Так, это в украшениях, да? Да, ваза. Блин, я вообще не сделала никакого просвета между домами. Охренеть, мне ставить некуда. Так, ну креветочки там добывают. Почему не добывают, кстати... А, рыбу надо изучить, чтобы ее добывали. Охренеть. Вот, рыба, 60 очков. Нормально. Ну чё, когда там новые людишки придут? Пингвинишки. Людишки-пингвинишки. Там новенькие. Николь появился на свет. А у кого? Здесь нету родителей. Жалко. Ну чё там? Где там новенькие? Храм надо.
Ну, давайте ваш храм сделаем. Что, образованность падает? Странно. У меня же школа есть, которая обучает всех. Почему так выходит? Так, новые людишки пришли. Отлично. Киоск есть. Так, везде всех людей хватает? В смысле, пингвинов? Вроде да. Окей, так, храм построили. Мусор производят. Окей, все ок. Все ок. Так, ну образованность общая растет, как и счастье, в принципе, вроде как. Скоро нападут группы тюленей, годовой отчет, потом касатка и группа новичков, да? Так, пока этого не вышло, что у нас тут есть? Центр встреч, библиотека. Повышает уровень образованности взрослых пингвинов. Ладно, вместо рыбы качнем библиотеку. Нужно повышать вашу образованность, а то что мы глупые, что ли? Нет, конечно же. Блин, рыболовную пристань просит. Да ё-моё, ну камон. Чё тебе не имётся-то? Почему вот так вот не засчитывает? Что за фигня? Так, давайте мы чуть-чуть охладителем. Повысим. Так, у нас популяция 30 пингвинов. У нас всем не хватает места, где пожить? Вроде да. Мне кажется, у меня вебка в каком-то дурацком месте, если честно. Давайте я ее переставлю вот сюда. Обратно. И почему? Все равно не хватает? Да ну тебя нахрен. Вот говно собачье. Почему сюда никого нельзя нанять? Потому что нет электроэнергии. Не понял. Вон. Так, все, что тут будут добывать? Рыбу. Окей. Рыба это хорошо. Библиотека 32, да, надо, окей. Окей, окей, окей. Так, почему здесь кто-то от старости умер? Мойсос умер от старости. Господи Иисусе, да упокоится твоя пингвинья душа. Так, ладно, давайте сделаем тогда... А где там запросить надо? А, нет, это что-то попросить у короля? Нет, 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 мне нужно вот центр... Запросить 5 пингвинов. Что делать, если умираешь? Я не знаю, прапор. Mm-hmm.
Блин, не хватает места, но вот что ты сделаешь, а? Так, тюлени нападают. Общий сбор. Двое убежали, суки. Так, что еще тут есть? Новостная башня, центр встреч, снежные блоки. Блин, дальше уже такое дорогое все идет. Мы еще пока деревня с вами чё-то, офигеть. Офигеть. А сколько стоит соседняя глыба? Провинция. А, то есть, наверное, нужно... А, вот, нет, смотрите, мы можем купить вот эту глыбу можем... Ну, они мелкие, нахера они мне нужны, если честно? Вообще не понимаю. Так, нужен центр встреч. Центр встреч сколько там стоит? 30, да? Ну, ждем тогда. Поздравляем! Киндер Пингви значительно выросла и достигла уровня поселения «Город». И чё? А, это годовой отчет. Ага. Изумительный дух, безмерное желание, загадочные улыбки, фиолетовое благоразумие, воодушевляющая улыбка, внимание общественности. Чего? Рейтинг в Объединенном Королевстве Пингвинов? Вот это шок-контент. Так, минимальные требования для сохранения уровня «Город» — иметь 1500 репутации. Ага. То есть есть еще цели, вот, на год, следующий год. Мне нужно иметь 1900 репутации и достигнуть счастья 21%. Охренеть. Активировать значок продуктивности, это как? Ну ладно. Прикольно, чтобы поймать рыбку, ее нужно изучить, а чтобы ее изучить, ее нужно поймать. Это что за заговор, интересно? А вот сам думай, да. А вот у меня, кстати, вообще количество счастья упало, посмотрите, офигеть. И Зои-то упал. Ну, Зои-то я строила много. Количество взрослых пингвинов и детей выросло. За прошлый год к вам присоединилось 5 пингвинов благодаря горке для новичков. 0 пингвинов благодаря исследовательскому центру, хотя я отправила запрос. 10 детей родилось за прошлый год, и один пингвин умер. Убита одна касатка и 59 тюленей. Вы заработали следующие значки. Нихера. Понял! Второй год, январь. Понял, понял вас, понял. Что это такое? Вы не достигли необходимого уровня поселения. В смысле? Так, я, наверное, построю еще один... Исследовательский центр. Где он тут? Вот, научный центр. О, господи, испугал меня, нахрен орёт! Ты нахрена орёшь, мразь! Кто там бьет? Касатка бьет. Вот падла. Без рыбы остались. Говно собачки. Мы пляшками балуемся, а ты чё? Так, Элиана. Элиане негде жить. Yeah.
Водичка, да. Ваше здоровье. Так. Ну что там, домик строят? Девочке негде жить. Касатка сейчас, кстати, снова нападет. Я гусь, я до тебя доебусь. Я в тебе не сомневаюсь. Так, у нас 60. Центр встреч давайте возьмем. Центр встреч. Так, центр встреч, где мы? Бахнем центр встреч. Давайте вот здесь бахнем центр встреч. Будет тут парк? А? Или ну его нафиг. Центр встреч. Нормальная музычка такая. Так, новостная башня. Тихо, подожди. Новостная башня сколько занимает места? 4, да? Вот, блин, говно. Ну, давай вот здесь бахнем тогда новостную башню. Я не знаю, какой у него радиус. Дело в том, что... Че там, касатка сейчас атакует траловый комплекс. Нет, да в смысле? Последняя тычечка на нее была, ее завалили. Вот, это наебка какая-то, наебка. Что это такое вообще? Адамка повзрослел. Фиквай. Так, у нас не хватает опять домов. На кого? На маленьких? Не, на больших. Господи, сейчас приду чат. Ужас какой-то. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come and say by chance, don't you want a man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. Слушайте, чат, как насчет пойти снова в эти, как их называют-то, господи, рюкзачки? Я там посмотрела на свои тыквенные семечки. Я думаю, они отлично бы подошли к этой игре. Так, поехали. У нас двое бездомных, да? Куда тебя пихнуть, дорогой? Что за звук? Так, еще раз. Станция переработки дерева. Это где? Вот оно, 100 стоит. Господи, почему так много-то? Чего ты плакаешь, пропарюш? Ты хочешь пингвинчиков? Почему? А-а.
Ты хочешь, пока ты не помрешь, что ли, хочешь это самое? Тюлени звук нравится, лол. Бля, как они тут катаются, смотрите. Блин, ушли. Приближается касатка. Сюка. Сюка приближается, а не касатка. Где ты? Выходи. Чего я там получила? Что-то я там получила. А, касатку убили. Окей. Изи вообще. Тимч повзрослел. Окей. Блин, где она там уже? Если хочешь, иди, конечно, в рюкзачки. Я же не могу тебя заставить тут остаться. А я пойду макарон сварю, да поем, наверное. Да блин, дело в том, что я не знаю, у меня покроется за один час стрима, или мне нужно минимум два стримить. Вот. Так-то я хочу, конечно же, в эти пойти, но... Не знаю... А где? Станция переработки дерева. А, вон. Очень прикольные звуки сделали. Так, осталось 50 и 60. Рыбу и снежные блоки. Так, 60 и 50 надо, да? 60 и 50. Слушайте, ну дети, у детей уже образование вышло до 50%. Офигеть, нормально. Но что-то взрослые, походу, не особо ходят в этот самый... В... библиотеку. Зато вон Юлька повышает духовность, и Дазик вон тоже.
потихоньку. Так, недостача жилой площади. Так, мне нужны украшения новые. Сейчас гляну, есть что тут. Больше вроде ничего нету. А тут что есть? Вот каменный фонарь. Но он стоит 130. Охереть, а что так дорого? В шоке. Блоков теперь будут побольше добывать, это хорошо. Что, дерево там пипец как долго добывают. Рыба сразу же уходит. Почему-то креветки не так едят, как рыбу. Скоро нападет капец сразу и касатки, и группа тюленей. Охренеть, вы еще больные? Офигеть. И стекло, временные очки. Так, с чего и стекло? Что-то и стекло. А что и стекло, я так и не поняла. А, какие-то очки репутации, видимо, лол. Так, мне нужно еще 60 для рыбы, и в деревне мы все выучили, перейдем к городу. Я вот думаю, а стакаются ли научные центры? Ну, вроде как да. Сколько у меня свободных? 5, да? Я думаю, можно еще построить научные, эти, чтобы быстрее очки шли. Так, 60 надо, давай быстрее. Рыбкой быстрее насытиться может? А хреново, но едят в первую очередь рыбу сначала, чем креветки. Так, разблокировать торговый центр, построить торговый центр. Блин. Недостаточно жилой площади опять? Вы там что, плодитесь как шо бешеные? Пингвины дети бездомные. Так, детский дом. Так, сюда идет, сюда идет. Так, все, все назначенные, вроде да. Отлично, больше не должно быть бездомных. Касатка нападает, да? Нет? Нет, тюлень нападает. Говнюк. Так, а что мне там нужно еще раз? Так, вот, торговый центр мне нужен. Соточка стоит. Think about you, I. It's almost like I can't stop.
Так, торговый центр. И где ты? Вот он. А у него есть какая-то... Похоже, что нету никакой. Ну, типа области, по которой он работает. Но вроде нет, насколько я вижу. А еще, на самом деле, у меня какие-то очень странные постройки, вам не кажется? Так, группа тюленей была обнаружена вблизи. Окей, давай. И сейчас сразу касатка еще нападет. Это, конечно, жопа будет. Так, торговый-то строится? Строится. Так, рыбки теперь должно быть побольше. Так, в торговом центре кто-то вот работает. По бартеру. Нормально, нормально. Так, в вашем поселении не хватает школ. Господи Иисусе, ладно, давайте школу построим. Еще одну. Вот где-нибудь вот здесь, может, нет? Блин, места не хватает вообще катастрофически. Просто ужас. Так, касатка где-то нападает. Где она? Вот. Но я не успею тут убить. Так, городская ратуша. Ой, ёб твою мать. Так, что у нас там? Рыбную, да? Где тут рыбная пристань? Вот ее разрушили. Блин, мне кажется, городская ратуша будет больше, чем вот это. Хотя, возможно, будет вот эту, я думаю, карусель убрать. И деревенскую ратушу. И вместо него поставить городскую. Здесь все равно вон каток всех развлекает. Поэтому карусель, мне кажется, здесь уже и не нужна. Так, все, школ уже больше, они все развивают. Мне скоро не хватит, кстати, этой плотины. Капец. У меня, кстати, деньги уходят. Почему они уходят? Че с деньгами? Текущий запас. Зоя-то. Смотрите, все вниз и вниз идет. Офигеть. Но это может, конечно, из-за того, что я строю. Главное больше не запрашивать пингвинов, у нас и так их до хрена, и 6 бездействующих, офигеть. Так, отдых. Угу. Развлекается. А работать ты не будешь? Не хочешь? Энтони. Так, 109, да? Городская ратушка... Ратушка. Ратуша 120. Сейчас мы уже бахнем. Нельзя тебя апнуть? Походу нельзя. Где городская ратуша-то? Что-то я не вижу. А, вот. Ну да, она в два раза больше. Ладно, давай вот сюда построим. Купить. Вот здесь тебя сейчас построим, падла такая. Thank you.
Так, касатку мы завалили. Что у нас здесь есть еще? Траловый комплекс плюс одна креветка. Прибежище. Маленький домик, украшенный, украшения и охладители вокруг домов дают дополнительное счастье. Ой, вместимость 5 человек. Кстати, ну, блин, размер 3 на 3. А у нас сейчас домик сколько? 2 на 2? Блин, и не посмотреть, да? Не, у нас 3 на 3. Получается, их можно будет заменить, по сути. Такая ратуша стоит на отдельной льдине. Ой, я не могу. Такой киквэ. Там же, кстати, можно и школы делать, как я поняла. Потому что то, что здесь школы и научные центры, толку от этого никакого. Я думаю, можно вообще вот здесь поставить. Типа, вот так вот, крест-накрест, короче. И по углам научные эти. Они все равно не нужны, им только электроэнергия нужна и все. Им, у них нет радиуса, им не нужно находиться рядом с жилыми домами, поэтому вообще типа пофигу. Так. У нас там кто-то родился. Господи, плодятся как сучки просто. Я не могу. Так, охладитель высокого диапазона. Исследовательский центр. Ой, камерный фонарь. А, старшая школа. Неплохо, кстати. Подождите, стоп. А, она 3 на 5, а обычная школа 3 на 3. Так, разблокировать исследовательский центр. Ну, давай. А, мне не хватает 3 очка. Угу. Так, через PayPal нужно будет попросить, наверное, Николаса. Николасу отправили на PayPal, а он мне донатом закинул. Так, исследовательский центр. Так, построить. Исследовательский центр. Группа тюленей нападает! Пингвины, общий сбор! Защищаем наши склады. Рыбы так и нету. У нас, кстати, катастрофически уменьшается еда. Ну-ка. Что-то не показывает. Рыба была и пропала. Была и пропала. Креветки. Да, идут вниз. Надо, походу, еще одну построить, чтобы добывали. Так, еда. Так, траловый комплекс вот сюда давай. А, не помещается, да? Вот говно. Почему вот здесь нельзя? А здесь можно. Странно. А вот здесь можно? Нет, не хватает, да? А вот здесь? Нет, да? А, нет, вот, хватает. Нормально. Конечно, развела пингвинов. Вот и не прокормишь теперь. Ну да, за этим надо следить очень жестко. Так, исследовательский центр есть. Траловый комплекс есть. И нужна еще одна рыболовная пристань, да?
Вот так вот. И у меня сейчас, кажись, все... Даже у меня еще свободные будут. Да господи, опять, сука, да как вы меня заколебали? Сколько можно плодиться? Кошмар! Где тут особенный дом? Вот прибежище, 180 надо накопить. Просто заколебали нахрен. Трахаются и приезжают, трахаются и приезжают. Как тут... Как остановить? Все. Вход на наш остров пока что заблокирован. Разрешается только плодиться. Это просто жесть какая-то нахрен. Я не успеваю. У меня уже популяция 50 пингвинов достигла. Если как в жизни, когда появляются тюлени, рыбу можно даже не искать. У нас так, когда рыбачили, если возле дока появляется тюлень, можно было спокойно уходить. Но они тырят все, да. Вот. Но они типа нападают на мои склады и тырят у меня еду. Вот. Но сейчас должно быть полегче. У меня две добычи кальмаров и две добычи рыбы. Надеюсь, этого хватит. Так, меню исследований, что это? А, это куда-то можно отправить. Ух ты, ничего себе. Город, провинция, город. Прикольно. Что-то куда-то, видимо, отправить можно. Станция переработки пластика. Это где? Вот это. Я хотела прибежище. Больше пингвинов, богу пингвинов? Нет! Хватит, довольно. Ух ты. И них... Чего? Нету? Ой, твою мать. Нет, Галя, отмена. Галя, отмена. Отмена, отмена, Галя. У нас нету. Нету. У нас ни хрена нету. Торговец прибыл. Показать предложение. Ух ты, Ля, прикольно как. Так. Что ты мне можешь предложить? Микс из морепродуктов, сушеную рыбу, металл, камень, лекарства. Что я могу предложить? Снежные блоки, мусор, травы. Ну, давай. Лекарства. Да у меня вроде есть лекарства, но это не точно. Сушеную рыбу тоже давай. Так, сколько мы отдадим? Еще надо что-то? Ну, давай вот это еще дадим. Блин, надо еще детдом же построить. А куда его впихнуть-то, этот детдом? Нигде места уже не хватает для детдома.
Так, Эсмирай умер от старости, окей. А сколько у меня очков? 115 давай принимаем. Станция переработки 150, да, получается. Так, давай вот сюда отправляем тебя. Вы уверены? Да. Так, ну у меня есть 3 месяца на то, чтобы добить еще 30 очков науки. И построить станцию переработки пластика. Станция переработки пластика. 6. Кстати, еда снова пошла вверх, нормально. Нормалек, нормалек. А где тут эта электроэнергия? Так не вижу. Вот ветряки. А как дорогу удалить? А, вот, убрать дорогу. Скоро касатка нападет. Блин, а почему теперь у киоска продуктового нету радиуса действия? Не по... А, вот, есть. Господи, что я слепая, что ли? Все, теперь все есть. Отлично. Так, что там по новейшему дому? Ой, нет, это не то. Вот, теперь сюда он влазит. Отлично. И даже что-то можно поставить рядышком, что-то красивое, да? Вот так вот поставим. Так вот сделаем. Да господи, давай. Так, отчет об исследовании. Ваш разведчик прибыл в точку назначения. Плюс 81 очков репутации на 12 месяцев. Так, бонусные награды. Требования награды. Построить кинотеатр. Дадут 30 кальмаров. Построить ночной клуб. 30 миксов из морепродуктов. И достигнуть 70% счастья двух пингвинов. А, дадут двух пингвинов. И два пингвина хотят к вам присоединиться. Ох, еб твою мать. Ну ладно, пускай присоединяются. Так, станция переработки пластика. Что-то завтыкала. Так, где она тут? Вот. Почему-то оно сюда не влазит. Ладно, а вот сюда влазит? Тоже нет. А, так его надо на земле ставить, лол. Что-то туплю. Не влазит! Оно не влазит! Так. Так, идти, поехали.
Касатка нападает. И где она? Внизу. Вон падла. Я под эту музыку сейчас вообще усну на стриме, если честно. А еще я кушать хочу. Больше башен никак? Да можно, но у меня всего... А, не, уже 4. Хотя не, это сюда двое. У меня всего двое этих, которые могут сохранить... Ну, короче, которые могут пойти работать в башне. Так. Годовой отчет. Ваша позиция в рейтинге Объединенного Королевства Пингвинов 27. Цели на год, прошлый год не выполнены, да? Зашибись. Ладно, репутацию мы подняли, в принципе. Чуть-чуть счастье даже подняли. И образованность очень хорошо подняли. Нормально. Ладно, давайте попробуем, где тут они, эти башни защитные. Вот она, башня. Вот так поставим одну. Ай, голова болит. И одну поставим. Вот здесь. Как тебе дела? Да потихоньку. У тебя как? Так, блин, нет. Походу, вот это надо отменить. Мне работников не хватит пока что. Так, ладно, я думаю, можем включать новенькие, чтобы прибывали. Новости. Новости январь. Неповторимая чистота поднялась в последнем рейтинге Объединенного Королевства Пингвинов. Благодаря продуманному планированию поселения уровень образованности населения повысился. Зачем повторять? Непонятно. Так. Креветки. Комплекс. Старшую школу может херово. Охладитель высокого диапазона. Блин, я даже не знаю. Городской центр встреч, очки исследований. Давай мусор добавим. А, 300 он стоит, да? Давай старшую школу. Старшую школу давай. А сколько старшая школа может принимать в себя учителей? 6. Ой, учителей, учащихся. И тут 6, да? Так, разведчик прибыл в центр. 2 от пингвинов присоединилась в центр и присоединилась к вашему поселению. Великолепно, спасибо, благодарю. Умопомрачительно, замечательно. У меня не хватает места, сука. Сука. При этом.
Так, я тут. Сколько у нас там уже? 10:30? В смысле, вы заболели? В смысле? В смысле? Не поняла. Я отошла на минутку. Почему вы болеете? У тебя есть меч? Большой меч. Ставь его в мое приемное гнездо. И я сделаю его острее. Видимо, я буду Sugar Daddy за 300 единственным. Да, сегодня ты мой единственный Sugar Daddy. Спасибо большое, сочная милфа в 100 метрах от тебя. Спасибо большое за поддержку. Так, вам в рулетке выпал очкарик. Чё, какие очки надеваем? Солнцезащитные для зрения. У меня нету, где в аптеке, походу, и должно делаться, нет? Я забыл переименоваться? Понятно. Ясно, понятно. Слушайте, ну они все болеют, я понять не могу. А, у меня трав просто нету, я поняла. Мне, походу, надо травосборщика еще одного поставить. У нас трав катастрофически не хватает. А я не могу травосборщика поставить. Густав умер от болезни. Бля. Короче, у меня начали все умирать. Жесть. Да, ты пока еще живой, на удивление. Странно, у меня, походу, несколько пингвинов. Да, у меня начали все умирать. Охренеть. Мне начали все умирать, и они не успевают хилиться.
Ладно, давайте, короче, пока это самое, пока все не умерли, мы технически уходим. Уходим, чтобы не видеть, как все умирают. Жесть! Я в шоке. Уходим. Технически ретируемся, чтобы не видеть все это грустное. Ситуацион, весь этот грустный. Так, как он там? Бэкпак. Что-то там. Бэкпак батлс. Вот он. Бэкпак батлс. Техническое отступление, да. Хотя нет, давайте просто возьмем. Где тут вот с игры достанем штучку. С игры достанем штучку. Так, поехали. Берем мяч. Берем банана. Берем чесночао. Вот эту штучку берем. Вот это оставляем. Идем драться. Только заболели и начали умирать, сразу сбежала. Чтобы не было так грустно, понимаешь? Ой, блин, у меня же запись для Ютуба. Ютуб, подписываемся, ставим лайки. Увидимся в следующем выпуске.